Всем привет, как она с вами. Сегодня мы приехали в магазин за новыми игрушками. Метро? Да, метро. Ну, пойдем посмотрим, что здесь продают. Фэмили, детский развлекательный канал для всей семьи. О, видишь, такая железянка, как у тебя. Тачка Маквин. Да. Тачка Маквин. Тачка Маквин. А вот для девочек, смотри, София. Да, на малышку. Смотрите, какое. А это кто? Так это же бомбочки. Да, бомбочки. А вот смотри, какой классный этот самый. Садишься сюда и катишься, как на гоночном. Вот это здоровская штука. Причем здесь, смотри, к машине можно вступить. Ну да. Смотрите. А я такой. А это тормоз, сынок. Ну, это девчачьи такие, да, для девочек? Вот эти здесь разные. Нет, они одинаковые, сынок. Скользил. На. Слушай, точно, смотри. Чтоб он не скользил. Эту цепь вот специально одеваешь, чтобы, наверное, он выезжал. Чтоб на он улицу. Не скользил на льду. Да, видишь, он, а для чего нужен? Смотри, у него какие лыжи. Чтоб перевозить всякие тяжелые грузы. А он, видишь, вот коробочки наверху, сынок. Да. Вот он, как достать, например, он там товар. Такой, вот смотри, он как раз подъезжает и вот этой штукой поднимает наверх. Вот эти вот свои лыжи. И все. И снимает все, что ему надо. Так, мягкие игрушки, смотрите. Вот, к одному святому Валентина. Все готовятся, наверное, уже, да? Покупают всяких таких вот мишулек, таких классных. Слушай, Владюш, потрогай, какой он мягенький, классный. Слушай, вообще здоровский. Вообще класс. Томас, да, паровозики Томас. Открытие. Да, какая крутая гонка. Это конструктор, что ли? Да. Это рейнджеры какие-то. Hot Wheels. А, слушай, друг, это Hot Wheels, действительно. Летающий Hot Wheels. Смотрите, можно машину складывать. Ух ты, слушай, а тут интересный набор. О, смотри, это можно собирать поезд. Машины. Кто-то жвачку туда прилепил. Вот, тут какой-то хулиган. А это можно действительно поезда собирать. Смотри, пап, вот это даже может подняться. И двери открываются. А вот автобус, смотри, какой. Крутые машины, да? Смотрите, какой трамвай. Вот эти по глазу сами двери открываются. Вот так делают, они открываются. Ух ты, слушай, здорово. И вот это поднимается даже. Угу. О! Автобус классный. Такой. Двухэтажный. Двухэтажный? О! Ой, у него тоже двери открываются. Угу. Аккуратненько, сынок. Так, идем смотреть дальше, что у нас тут еще есть. А вот смотри, эти самые вилсы. Да, военный какой. Смотрите, как он сработал. Ага. Приходный автобус. А ты какой приходный автобус? О, автобус, это называется автобус-гармошка, сынок. Видишь, у него здесь вот переход такой между двумя этими отделениями автомобиля. Вот смотрите, еще одна. Газная. О, вот еще какая гармошка. Угу. Ну, это, наверное, электровоз какой-то. Видишь, у него такие вот рога. Он... А, да, электровозик. Они поднимают раз. Да. О, роботы какие классные, смотри. Папа. О, смотри, он двигается, робот. А
Они разные. Ну-ка, давай посмотрим, стой. Смотрите, они разные. Ну-ка, давай смотри. О, у него, смотри, на кнопочку смотри, нажимаешь, и он двигается, смотри. Видал, смотри. И глаза мигают, самое главное, смотри. Даже уж ее да. А пауками можно пугать? Я нажала на вот эту кнопку. О, вообще, вот это крутотеево. Он как живой, да, сынуль? Да. В темноте, представляете, пустить? Ух ты! Смотрите, какой так, шар. А это что за шар такой? Это шар, где... Нет, а, ну... головоломка, друзья. Не трогай. О, а нет, смотри, динозаврики какие. А вон какие-то большие лица. Где большие лица? Вот. Угу. Какие-то птеродактили. Птеродактили. Ой, только у него, смотри, две головы, обычно у них три. И два хвоста. И два хвоста, какой-то сдвоенный, да? Да. Смотрите, все? Шея двигается. Владюш, смотри, какая машина. О, смотри, какой набор. Парковка классный. Пятиуровневая. Пятиуровневая, парковочка крутая. А вот тоже интересная, да? А вот набор, смотри, рыбакаровский. Смотри, какой набор. А идемте еще посмотрим. Смотри, что здесь есть, сын. Есть мойка. Где? Вот. Точно, моечка. Смотрите, он грязный. А, его надо помыть. Вот, смотрите, черепашка ниндзя. А у него что впереди, смотри. Поезд, что ли, такой, что-то какой-то? Или, может быть, он как-то его накручиваешь, наверное? Да. Давай посмотрим, что он здесь делает. О, он сальто делает, смотри, сам. А вот это, наверное, девчачьи. Смотри, тут наборы все для девочек. Смотри, все в розовом цвете. Вот райчиков. Синюю подборь. Я хочу синюю подборь. О! Открылось. Это вообще-то плавилет. Никто не поранимся или нет? А, это у патруля, да? Специально такая штучка. А дайте мне гонщика. Гонщика? Это где он это такой? Это он? Да, это гонщик. Вот это гонщик? И он, у него тоже, что ли? О, а у него что за штука такая? Это вообще-то смотреть, на кого-то находить. Ага. У него получается мама, специальный такой прибор. Крепыша. А крепыш это вот этот, что ли? Да, желтый. Ну-ка. А у крепыша что здесь за штука такая? Копш. А, он копает что-то, да? Да. Он, наверное, как экскаватор. Ну да. Там есть еще скайп и кто еще там? И скайп. Вот этот скайп? Вот это кто? Это зума. Зума? Да. Нажимай. О, а у него эти? Это подводные. Он под водой плавает? Да. Вот так. Угу. А где скайп? А скайп это кто? А как он выглядит, сынок? Угу. Вот это кто, сынок? Это Маршал тоже. Кто это? Маршал. Маршал? Да. Ну. У него есть шланг. Это что за шланг? Это скорее? Это шланг вообще-то такой. Водомет. А, он как пожарный получается. Это где? Эйхо, пираты Нинтрандига. Эйхо. Лего? Да, Лего. Эйхо.
посмотри, сколько будет. Ладно, а у тебя скоро день рождения, мы сюда придем, всякие вот такие штуки купим, да? Да. Трубочки старшими. Тарелки, шарфулка. Конечно. Да, любитишки? Да, здорово. Вот они. Вау! Ой, смотрите, какая пожалка! Что это, гоночная? Вау! 19, а смотрите, какая полиция! Полицейская машина. А вот смотри, монстр трак какой. Смотрите, пожалуйста. А, смотрите, я знаю, что где-то там есть. О, она на пульте. Смотри, она, наверное, еще и воду туда заливаешь в нее? Сынок. Смотрите. О, опоры даже. Смотрите, опоры должны выдвигаться. Опоры должны отодвигаться. Смотри, и этот трактор, смотри, на пульте управления. Смотрите, какую пулю выбросила. А вот смотри, на пульте управления даже, смотри, сынок есть. Да. А вот это что это у нас за... Это из щенячьего патруля. Это гончие. Колес крутится. О, открывается что ли? Она как трансформер, сынок. Вообще-то она превращается в будку. А, в будку превращается? Да. Ну, там, наверное, сейчас ты не сможешь. Тихо, отпусти. О, колеса крутятся. Все. Все, не надо, сынок. Интересненько. Все, пошли. Пойдя по другим ссылкам, вы найдете для себя еще очень много интересных видео. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал и поделись видео со своими друзьями в соцсетях. Пока-пока!